Сердце матери – бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Оноре де Бальзак. The raid on Labastille ended with nothing but more deception and emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end. But my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan: go for the Queen Bee. Scylla Cartier-Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past and soften her heart. And so I asked myself, is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nilin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. Эпизод 5. В голову. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Remember Me. Округ Сан-Мишель. 2023. You're going to infiltrate the Memorize head office. Find that bitch Scylla and put an end to her reconversion project. Crush her errant beliefs. We must stop her from building an army of leapers. Почему все время оказываются главами какими-то злодеями какие-то тетки? Вот это мне непонятно. Так, а что у нас здесь? О, интересно, куда это я забрался? Сейчас поглядим. Так, тут какая-то помойка жуткая. Все затоплено. Так, только не говорите мне, что здесь тупик и ничего нет. Ни пластырь, ничего. Странные какие-то места на самом деле здесь у нас. Очень-очень-очень странные. Вот забежал я сюда, и что дальше? Зачем я сюда забежал? Непонятно. Ладно, закрыто по приказу властей. Ха. Ясненько. Так, впереди у нас электричество. Так просто здесь не пройти. Доска для объявлений. Ага. Так, значит, ее можно как-то... А, точно, совсем уже... Забыл. Что, я двигаю ее? А, вот. Поднял. Может, я смогу передвинуть? Так, еще раз. Поднял. И она опускается. А, вот оно что. Нет. Нилин. Ладно. Странно. Кибервзгляд. Да я вижу, что это доска для объявлений, то, что мне нужно. Но я не понимаю, как мне она поможет. Вниз я ее опустить не могу. Поднять вверх могу. Вот, и она тут же опускается. Что же делать-то, а? Двинуть я ее не могу ни вправо, ни влево. Так, стоп. А
Черт, я же могу ходить, удерживая. Боже ты мой. Ну, все, теперь буду знать, что можно еще и такие фишки проворачивать. Кажется, впереди у нас небольшая драка предстоит. Где у нас прожектор-то? Не вижу пока, ладно. О, какие у нас тут статуи. Везде роботы-чистильщики. Так, рядом красная решетка. Слушайте, все сложнее находить эти штучки. Красный свет, решетка со штырями, синяя надпись. Сейчас глянем. Наверное, это где-то дальше. Так. А ну да, Нилин же нагибаться не может. Блин. Ладно. Ладненько, ладненько. Так, немножко свалим. Я не вижу нифига. Опа! Ух ты! Ё-моё, чуть не треснул меня. Так, тихонечко. Опа! Хо-хо-хо-хо-хо. Так, сейчас мы используем... А, что бы нам использовать? Можно бомбу? Давайте-ка ярость обычную. Эй, где эта мелочь? А, вот и все. Прикончил. Так. Эй, кто это? Эй, эй, эй! Почему музыка выключилась? Почему, блин, музыка выключилась? Да чтоб тебя. Все? Да, теперь вроде все. Музыка выключилась. А эти уроды все еще бежали. Странно. Так, а, точно, красный свет. И штыри, где-то здесь должен быть сад-пластырь. Или фокус. Так, так, так. Вот штыри вижу. Вот вижу эту штуку. Он где-то наверху. Он где-то наверху. Вот он. Фокус-буст. Отлично. Сектор индикатора фокуса плюс один. 5 усилителей добавят один сектор к индикатору. Отлично. Теперь у меня мои способности должны длиться подольше. Отлично. Так, поехали. Эпизод предстоит не коротеньким, так что давайте не задерживаться особенно. Hurry. This is our last chance to shoot Memorize, right in the brainstem. Another errand. I'm not some obedient valet, Edge. And I'm not your conscience, Nilan. You're as free as any other human. Вроде бы как бы ты свободна, но давай-ка иди-ка делай то, что я тебе говорю. В общем. Как я и уже говорил, я подозреваю, что будет сюжет точь-в-точь, как внезапно игра от Capcom Devil May Cry. Как они могли сделать две игры с одним сюжетом? Но надеюсь, что это будет не так. Так, спад, лечимся. О, все время эти роботы здесь торчат, как безмолвные тени. О, еще и этот сидит здесь. Ящик смотрит. Так, навесной. А. Так, поднимаем. I know this place. It's been trashed. The Aeris are causing chaos throughout the city. Use the diversion. Get up to Scylla's office. То есть мне надо наверх сейчас забираться. Все вещи и вещи. Ой! Я хотел запрыгнуть.
The leap threat has been addressed. Thanks to the reconversion project, they now live to serve you faithfully. From sanitation to Sabre Force, they have become productive servants of society. The reconversion project by Memorize. Humane responses to barbaric perils. Так, куда дальше? Ох, ну эта штука, я чувствую, сейчас еще и свалится. Ой. Надо более точнее прыгать. То я что-то как лох. Так. Отлично. Так, сюда. The reconversion project by Memorize. Humane responses to barbaric perils. И... О, отлично. Закрыто на время. Все закрыто, все разрушено. И достопримечательности Нового Парижа. Давно я не находил какие-нибудь достопримечательности. Так, плотина Сан-Мишель. Настоящее произведение искусства. Она сдерживает воду озера Сен-Луи, являясь составной частью громадного комплекса, который контролирует непредсказуемые реки Нового Парижа. Да. Именно ее-то мы и разрушили. И все затопило. Tell me, Edge, how did you recruit me to the Aerist cause? Tommy claims that you just showed up in his bar one day. A lost soul. Adrift in a sea of regret. He says that he knew immediately that you were going to be one of us. But who can trust his memory these days? You know, sometimes I think you're a better poet than a freedom fighter. Perhaps in another world I am. Ну, конечно, конечно. Посмотрим. Так, здесь хоть меня не сбрасывает всякая реклама переворачивающаяся. И то хлеб. Так, а теперь куда? Вниз, что ли? Нет, подождите-ка. Пробую здесь пройти. А, наверх залезть, понятно. О! More drones. Come on, Lilin. You can make it. Так, сейчас пройдет он. Чуть-чуть назад. И... Блин, еще дроны. Так, 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 так. А! Нет, нет! Хотел справа обойти. Он летает вокруг стенки этой. И не может видеть меня через стену. Вот я как хотел пройти. Отлично. Так, подсказонька. Дрон смотрит в какой-то темный проход, и там лежит пластырь. Отлично. В какой он темный проход смотрит, я пока не знаю. Так, посмотрим, как этот работает. Он долетает сюда и возвращается. Блин, и как я должен это сделать? И чего? А, там есть какая-то штука, смотрите-ка. Там есть... Какая-то вон она, вон она, вон она. И что? Угу. Там пластырь. А, теперь он долетает туда уже до конца. Ха, вот чем секрет. Ладно, давайте двигаться за ним. Быстрей, 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 быстрей. Отлично. Теперь сюда. Надеюсь, мне не съедят. Давай, давай, улетай. Детка. Зашибись. Все, фокус-буст взят. И меня даже никто не прикончил. Ну, не чудо ли? Так, мне наверх или вниз? Вниз. Ну-ка посмотрим, как он живет. У него плиточка. С каким-то аккумулятором. Штука для освещения. Венцо. Немного жрачки. И шашки! Он, блин, играет в шашки. Круто. Вот так вот. Вот так вот нужно сходить с ума. Играть в шашки. А может, он и не сходит с ума. Может, просто тяжело парню и все. К
скорее всего, так и есть. Так, еще одна подсказочка. Опять решетка. И где-то за решеткой, скорее всего, наверху. В общем, там еще реклама с надписью Джекс. Блин, вертолет. Так. Edge. All this flood damage. They've lost everything. We did this. The world is drowning, sis. You're the only one that can throw us a lifeline. You're talking in riddles, Edge. You are my scalpel, Nilan. A weapon against a planet full of tumors. A scalpel. Interesting metaphor. Угу. Скальпель. То есть всего лишь инструмент. Так. Надо перелезть на ту сторону. Да, вот так вот. Так, вот оно что. Давайте-ка я назад спрыгну. Дойду сюда в краешек. Слезу чуть ниже. Пролезу по трубе. Так. Залезу наверх. Давай, давай, давай. И да, сад пластырь. Прекрасно, 2 из 5. Дети плачут. А я еще в самом начале говорил, когда этот потоп случился, сразу сказал, что, боже мой, сколько людей погибнет. А ведь что они? Просто люди, просто жили. Может, кто-то знал, конечно, о том, что все другие живут в таком кошмаре. Но в конце концов, что они могли сделать? Бросить свои семьи? Тоже как бы у них выбора было не особо. Чувак там смотрит огромную плазму свою. Вот бы мне на такой погамать. Было бы офигенно. Это еще что? Да что б вас? Давайте, уроды! Сейчас поиграем с вами. О, упал. Потеха. Ну что, неплохо посражались. Теперь ползем дальше. Там еще один лепарь этот пролез наверх. Сейчас, наверное, опять нападут. Ага, убийца, убийца. Ну, в принципе, они правы. Так, тут что-то лежит. В общем, там надпись еще должна быть. Вот эта надпись. Где же лежит тогда, получается, этот пластырь? Где-то справа наверху, вон там вот где-то. Ладно, прыгаем дальше. Ну, действительно, это же жесть. Люди вообще ни в чем не виноваты. Где-то там, сверху, вон там он лежит. Как до него добраться, блин, я понятия не имею. Тут залезть нигде нельзя. Наверное, мне как-то надо было с того балкона перелезать. Ну да ладно, бог с ним. А, стоп. Вот, может быть я сейчас направо смогу прыгнуть? Да, точно. Отлично, вот как сюда можно забраться. Так. Где он? Где моя награда? А, это фокус-буст. Ну ладно. Фокус-буст тоже пригодится. Да, я чувствую, конечно, мы сейчас убьем эту
Или просто... Ну да, мы же здесь никого не убиваем, как бы. Мы всем даем только по морде. Довольно интересно, получается, установка игры. То есть здесь никого же реально не убивают. Ну, кроме того, что она заставила человека покончить с собой. Ну, давайте, сволочи. Поехали. Повеселимся. Ну что, невидимки, уже не так весело, да? Когда здесь все время свет включен. Нет! Нет! Мам, дорогая, ну и что делать? Луда нет. Света нет. Опа! Еще и берсача врубили. Зашибенно. Вот, 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 вот он. Опять потушилось все. И как я должен это успевать делать? А, вот оно что. Так. Придется бегать вот так вот. Сейчас мы вас... Логическая бомба. О-хо-хо-хо-хо. Сочняк. Блин. Блин, ну что ж такое? Даже бомба мне особо не помогла. Блин, исчезли опять. Все новые и новые веселые задачки. Для меня. Подгадываете вы, гады. Ну, ненавижу этого гада. Так, теперь можно устроить флут, в принципе. Давайте, флут. Так, еще одного уделал. Угу. Ну, теперь надо опять ждать, подкапливать скиллы. Отлично. А что я могу сделать? А нифига я не могу сделать. Могу только ярость сделать. Сволочь. Блин, опять его уже нету. Ну, где ты? Ай, опять исчез. О! Кажись, кто-то кончился. А у кого-то появилась ярость. Вот и все. Фу. Ну ничего. Справились. They're drawing all the attention while you sneak in to memorize HQ. Да. Пока все на них отвлеклись, мы будем проникать. Why did you do this to us? Get to me. Хороший вопрос. Ой, чуть не упал. Ничего не вижу, темень какая-то в игре. Ага. Так, еще одна подсказочка. Напротив двери красной. А походу это и есть эта дверь. Да, это она. Сверху вон там лежит нужная мне вещица. Так, полезли. Так, 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 так. Где-то, где-то, где-то наверху. Где-то, где-то вот он лежит. Стоп, он за стеклом? Ха, хитрецы. Он за стеклом. Я до него так просто не доберусь. А, вот здесь можно перелезть. Вот. Отлично. Сад-пластырь. 3 из 5. Прекрасно, прекрасно.
Так, здесь дверь закрыта. Ну и куда теперь? Нет, не вниз. Внизу я разобьюсь. Куда дальше-то? Сейчас посмотрим. Может, я с этой с трубы должен спрыгнуть куда-то? Нет, все правильно, я шел. Да, наверное, вниз. Точно. Боже ты мой, что ж такая темень-то? И я вернулся назад. А, точно, мне вообще сюда не надо было. Мне надо было вот куда. Вот и все. Опа! Зашибенное начало. Ну хорошо, хоть мне показали, что тут дрон есть. Блин. Сейчас, он здесь вот не палит. Вот здесь вот не палит, да. Нормал. Сейчас пройдем. Окей. Так, прошли. Отлично. Блин. Это еще кто? А, это элитный силовик. Атакуя их, я получаю урон? И фиг ли мне делать? Может, флудануть его? Блин, ну и как мне с ним бороться? Наверное, я знаю, как с ним бороться. Сейчас. Ага. Вот как с ними бороться. Использовать хилищую связку. Вот и все. Да, беда этот силовичок. Беда. Ну, понапридумывали. Я думал, хуже невидимок никого не будет. Фиг там. Будут. Будут чуваки, которые отражают урон еще. Обалдеть! Да, это было внезапно. Так, сейчас ждем. Ага, пролетел. Скатертью дорога. Блин, да он довольно быстро как-то возвращается. Ставня. Могу ставню открыть, закрыть. А, блин. Короче, знаю, что надо было сделать. А, нет, стоп, точно. Сейчас перелезем. Так, теперь. Теперь, где там тот другой? А, он типа здесь где-то, вот он. Ага. Так, теперь я... Блин. Я знаю, что будет. Я вот сейчас открою эту ставню. И... Давайте-ка я сюда перелезу. Вот что будет. Он сюда залетит. Офигенно круто, да? Так, а если я сделаю ход конем? И запру эту сволочугу просто здесь. Вот так. Прекрасно. Так, этого я здесь запер. А этого я бегу. Он сейчас залетит туда. Ага. Щит. Нет, в следующий раз. Сейчас не хочу рисковать. Он как-то странно полетел еще так. Извернулся. Давай, давай, давай. Проваливай, вот так. Отлично. О, прошел. Там ничего нету, нет. Edge, I'm right in front of the Memorize HQ. The lower floors are flooded. How do I get in there, Mastermind? Have I ever failed to deliver? There's VIP access on the roof of the building. I've got everything covered. Угу. VIP access. If you had everything covered, how come I got thrown in jail for murder? Хороший вопрос.
Так, подняться к VIP-входу. Ага, контейнер. Так, ух ты. Тяжелый, медленно двигается. У меня аж джойстик вибрирует. Отлично. Хорошо, что он еще назад не едет. Ох ты. С ума сойти. Все затоплено. Так. Так, так, так. О, поехали. Зашибись. Вот и наш драгоценный VIP-вход. Да, Амазон классный, конечно. Edge, your way ain't gonna work. You got a plan B? I'm inside their comms. Building's locked down. You need to track down a Captain Trace and steal his access codes. Careful, sis. He's eccentric and very dangerous. Okay. We need to move. Where can I find him? Give me a second to do an AUG lock on his position. Кажется, он прямо здесь. Edge, Captain Trace, he found me. Обалденно. Побежали, побежали. Боже мой. Боже мой. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, скорее наверх. Давай. Бежали отсюда. Ой, ё. А то капитан. Давай, давай. Ух ты, ё-моё. Да, ой. Я думал, надо было просто выстрелить, а оказывается, надо было еще и закрыть ее. Опустить вниз. Давай, 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 давай. She's on her way to grandma's house with a basket full of goodies. Давай так, наверх. Боже мой, куда дальше-то? Ох ты! Гад, прострелил прямо через эту. Давай, Big Bad Wolf. She's on her way to grandma's house with a basket full of goodies. Ага. There's a big bad hungry wolf. Так. Hunting in the woods. Ждем, 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 ждем. Так. Теперь наверх. Давай, давай, давай. Так, еще и боты здесь будут, что ли? Давай, спускайся же. Ага, сказочки конец. Щит. Давай. Ага, почти сбежал. Фу, вроде сбежал, да? Нет. Oh my, Millen. What small blunt teeth you have. Fuck. Ха-ха! Офигеть, какие моменты классные сделаны. I can't see it.
Ох ты, ё-моё, ну и моменты уже. Такие офигенные. Ох, зашибись. Зашибись. Большой серый волк. Эй, а что мне надо было делать? Подождите-ка, я не понял. Так, я спрыгнул. Теперь мне куда... Вот куда мне. Большой серый страшный волк. Давай наверх, Нелин. Капец. Быстрее. Ух ты. О, теперь я у кого-то дома. О, нет. Так, сейчас мы на кого-нибудь бомбочку. Будь ты проклят, гад. А, у него щит. Я думаю, что ж такое-то, не то. А у него щит. Давай, урод. Так. Вот и все. Еще один без щита. Кого сукой назвал, а? Кого назвал сукой, я тебя спрашиваю. Так, сейчас мы сделаем логическую бомбу на кого? Так, сейчас, логическая бомба. Ну, почему я ни на кого другого не могу ее сделать? А, по барабану, пусть будет на нем. И бежим отсюда. Ха-ха-ха, сочняк. Ну, давай. Давай, чувак, в красном. Давай, гад. Откатывай мои обилки. Вот так. Ну, сволочуга. Так, стоп. Надо начинать с комбинации лечения. Вот. Вот и все. Лашпед. Ух ты! Бегу. Бегу, как скажешь. Что делать? Че это я тут? Что делать-то? Не понял? Ага. Активирован режим убежища. Круто у них там в домах. Все? Готов? Надо было на нем потренировать мою новую эту связку. 3Y, 4X и Y. Так, вы не зарегистрированный житель. Сваливайте отсюда. Ладно. Стоп. А, мне не надо подлечиться. Я подлечился только что. С помощью этого урода. Милан, stop playing with this freak. If he catches you off guard. Yeah, okay, enough of the running commentary, thank you. Steal the code from this bird brain and get to Scylla Cartier-Wells. Okay, I've got an idea. Stay frosty, sis. This guy's serious. А у меня вот что-то нифига никаких идей нет. А, в принципе, я догадываюсь, что надо сделать. Надо как-то прыгнуть сверху на него. И... Ух ты. По голубям уже шмаляет. Так. Ну, за этих голубей теперь сюда перевелся. Ну и как мне пройти? Ладно, я пройду сюда. Как он меня увидел?
Ну, так дело не пойдет. Так, тут-то понятно. Я все прошел. Тут он стреляет по голубям. А, турбина. Ха-ха. Вот как мне надо пройти здесь. Так. Ну чё, урод? Давай, играй. This little Red Riding Hood's got a basket full of kick-ass. Проваливай, сосунок, ты проиграл. Okay, Edge. Trace is out of the picture, and I've got the access code. No time for medals right now, sis. You've got to find Scylla Cartier-Wells and persuade her to abandon the reconversion project. Go. Что ж, дорогие друзья, завершим эпизод уже в следующей части, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо, до следующей миссии.